Я расскажу тебе, мой друг, можно сказать, из первых рук, историю о том, что случилось с пацаном, и как без любви несчастлив он. Все станет понятно без лишних слов, как он страдает, в конце концов, когда кругом сплошной облом, и что на самом деле бывает потом. Итак, Люба его совсем не любит, света давно не светит ему, с Олей ему уже тем более не осуществить мечту. На Надю, конечно, надежды мало, а Вера не хочет верить ему, к Тане его самого не тянет, а кто виноват и почему. И подумал Рафик и послал всех нафиг, Рафик послал всех нафиг, нафиг послал всех Рафик, надоело все ему. Нафиг, Рафик послал всех нафиг, нафиг послал всех Рафик, что же делать пацану. А вообще-то он парень неплохой, отвечаю, дружит с головой, но разве что ростом не удался, метр с кепкой, как он сам признался. А в остальном большой специалист, про него говорят, лучше в городе таксист. Вот только любви полоса все препятствует ему, сплошные тормоза, потому что Люба его совсем не любит, света давно не светит ему, с Олей ему уже тем более не осуществить мечту. На Надю, конечно, надежды мало, а Вера не хочет верить ему, к Тане его самого не тянет, а кто виноват и почему. И поэтому Рафик послал всех нафиг, Рафик послал всех нафиг, нафиг послал всех Рафик, надоело все ему. Нафиг, Рафик послал всех нафиг, нафиг послал всех Рафик, что же делать пацану. Нафиг, Рафик послал всех нафиг, нафиг послал всех Рафик, надоело все ему. Нафиг, Рафик послал всех нафиг, нафиг послал всех Рафик, что же делать пацану. Рафик, что же делать, пацан?